Наталья Тканова уже со счету сбилась, в который раз сдает кровь. Впервые на станции переливания она побывала лет 30 назад. Теперь женщина – почетный донор, и на этом останавливаться не собирается. Все на заводе работали, пошли первый раз, и я с ними вместе. И вот так вот постоянно сейчас вот сдаю. Сдавала на прямое переливание крови, на плазмафорез сдавала. Вот, и вот сейчас решила. И я чувствую очень себя хорошо, когда кровь сдаю. Стать донором по силам каждому. Требований немного. Тот, кто решил сдать кровь, должен быть здоров, весить не меньше 50 килограммов и иметь при себе паспорт, чтобы подтвердить свой возраст старше 18 лет. Впрочем, перед кроводачей все посетители отделения проходят медосмотр и сдают экспресс-анализ. Семен Родин, как и Наталья Тканова, узнал об акции на работе. Это его первый шаг на пути к почетному званию. Молодой человек утверждает, что акция разовой не будет. Ну, это оказалось не так страшно, как я думал. Больно? Нет, абсолютно не больно. В день акции в Одинцово работали специалисты областной станции переливания крови, то есть все то, что сдали доноры, отправится в региональный банк хранения, а уже оттуда в различные медицинские учреждения Московской области. Наш район обеспечивает наше отделение. Непосредственно регулярно получают отделение нашей больницы и районная больница номер 2 в Перхушково, районная больница номер 3 Никольская. Круглосуточно готовы обеспечить компонентами. Всегда поддерживаем неснижаемый запас эритросодержащих компонентов, достаточный запас свежезамороженной карантинизированной плазмы у нас. Заведующий отделением признается, в Одинцовском районе доноры ответственные. Результаты областной акции это подтвердили. Пришло 30 человек, отвод получили 6 по состоянию здоровья. Сдали таким образом 24 человека. Всего заготовлено компонентов консервированной крови 12 литров, 312 миллилитров. Администрация Одинцовского района также выражает благодарность всем тем неравнодушным, кто откликнулся, кто пришел. Следующая областная акция пройдет в Одинцово 6 июня. Но чтобы стать донором, не нужно ждать этого дня. Сдать кровь можно каждый вторник и четверг с 8:30 до 12:00 по адресу Можайское шоссе, дом 55. При себе необходимо иметь паспорт. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».